Сегодня воскресенье, 23.04. Вы на канале Best Таксист. Ну, это уже не 23-го, это увидите. Вот приехал я в Кингисепп. Мой хороший клиент постоянно заплатил мне 5000 рублей до сюда. Вот. Сейчас буду выбираться, пробовать. Только в Кингисеппе включился. И как пошла жара по местности, короче. С коэффициентами, как эконом. Ну, тут только эконом ловит. Короче, посмотрим. Блин, ты заколебал ты, блядь. Сейчас буду выставляться. Знаете, как буду выставляться? Только домой у меня есть функция. Ну, в принципе, нормально. Я думаю, что-нибудь сейчас даст в сторону СПБ. Наверное. Поедем вот сюда, в самую фиолетовую историю. Вообще классная погода. 20 градусов тепла. Еду на заправочку. Заказик пока еще не пришел, жду уже 10 минут. Кингисепп. Прошло полчаса. Съездил, заправился. Тишь да гладь, да божья благодать. Вообще ни народу, никого. 21 градус тепла уже, кстати. Ничего себе, классно. Пока сижу, жду. Три функции можно домой включить. Вот. Ну, здесь вроде... Ну-ка. Так, осталось 63 минуты. По-любому кто-нибудь поедет. Какие-нибудь в Питер захотят уехать туристы, гости. Запарковался, я пока жду заказ и решил вот прогуляться. Здесь у них есть такой паркинг себе хороший, смотровая площадка и река Луга. Давайте посчитаем, сколько река Луга. 353 километра написано длина. Интересно. Аисты тут летают. Пойду погуляю. Подожду заказик. Не хочу пустой уезжать вообще. Классная погода. Эх, просидел я 3 часа в Кингисеппе. Использовал 2 функции домой. Ничего мне не пришло. Время 17.35. Обгоняет меня желтый бусик. Ну, в общем, еду домой. Ну, еду в Питер.